детей, водила, жми на газ. Как только автобус тронется. Не забудь погрузить мешки со снаряжением, Джен. Что? Ах, да. Конечно, тренер Красава. То есть, тренер Хансен. Надеюсь, у тебя есть права? Конечно, тренер. Допуск к обучению почти то же, что права. Эй, водила, жми на газ, жми на газ, жми на газ. Странно. Я думала, что оставила... Автобус здесь. Я никогда в жизни не сдам на права. Джен, Ники, Джонси, Вайт, Джуд, Кэтлин. Уроки кончаются, жизнь начинается. Глупые правила все забываются. Это не новость, вы знаете сами. Как хорошо тусоваться с друзьями. Нам нравится быть вместе всем. Там, где нам нравится быть. Мне 16, я в начале пути. Мне работу нужно найти. Слава богу, мы больше не дети. Мы теперь за себя сами в ответе. Мне 16, и жизнь прекрасна. Мы взрослеем, это всем ясно. Мы уверены, жизнь прекрасна. Мне 16, жизнь прекрасна. Лично мне это точно ясно. Мне 16. Мы уверены, жизнь прекрасна. 16. Уравновешенность. Бросаешь вызов обществу своим прикидом? Серьезно, чувак, 85-й звонил, просил куртку вернуть. Ну а что в ней плохого? Вайт, она старая. Ретро вчерашний день. Она говорит это без тени иронии. На этой неделе в моем любимом магазине распродажи. Пошли со мной. Не нужна мне новая. Это моя счастливая куртка. Я был в ней, когда выиграл конкурс авторской песни. И когда попал в дискуссионную команду в 9 классе. Я бы на твоем месте это не афишировал. Говорю вам, эта куртка приносит удачу. Госпожа Удача, самая непостоянная женщина на свете. Тогда дай мне ее потрогать. Мне нужна новая работа. А как же твоя работа в магазине, все не дороже доллара? Тоска, туда одни скупые старушки заходят. Давай, счастливая курточка. Кончай, дырку протрешь. Да, не порти ее. Вещи не могут приносить удачу. Я как-то надела свой счастливый лифчик на тест по биологии и провалила его. Если бы ты позанималась, тебе бы больше повезло. Говорят, Рон, охранник, ищет себе нового помощника. Да, нет, черт, даже не знаю. Не представляю Джонси в роли охранника. Ничем, кроме дыхания, он напугать не может. Что? Думаешь, я не справлюсь? Да я гожусь для любой работы. В следующую нашу встречу я буду тут всеми вами командовать. Направо. Налево. Освободи дорогу, идиот! Мастерсон, почему манекен в носу ковыряют? Забудь об этом. Лучше купи мне что-нибудь поесть. На свой вкус, только спеси поменьше. Как скажете, тренер. Что, Джен, проголодалась? Я пришла за обедом для тренера Халдера. Как насчет огненных крылышек с соусом барбекю? Мне все равно. Ты уже знаешь, чем там кончится? Кто виноват? Джуд, это пособие для водителей. Значит, шофер во всем виноват, да? Я готовлюсь к экзамену на права. Хотя даже не знаю, зачем мучаюсь. Все равно ведь не сдам. Почему? Я обязательно попаду в аварию. Все будет нормально. Не обижайся, но тебе не понять, что значит разбить машину. О, я знаю, какова эта подруга. Жуткий голод внизу живота. Визг тормозов. Страшный скрежет металла по дереву звучит, как смертный приговор. Ужас! Да, да, это ужасно. Да, если хочешь, могу дать тебе пару уроков. А что, ты эксперт в этом деле? Тебе разрешают водить? Я настоящий ас, баранки. Ты можешь сравняться со мной в мастерстве. Мне сейчас любая помощь нужна.
Что тебе нужно? Я слышал, вы ищете... ассистента. Но у тебя есть задатки, чтобы им стать, панк? Есть? Есть, сэр? Ладно, сопляк, посмотрим, каков ты в деле. Аресты были? Нет. Ты когда-нибудь отзывался плохо об охраннике торгового центра? Нет. Я готов. Не мусорить. Прекратите немедленно. Ты принят мой отряд, сынок. А пушку мне дадут? Нет. А нунчаки? Только это. Я бы предпочел работать под прикрытием. Надевай форму. Живо. Если я буду обучать тебя искусству вождения, ты должна постоянно мне доверять. Хорошо. Ты либо со мной, либо в кювете. Ясно. Вообще-то со мной тоже можно оказаться в кювете, но думаю, ты меня поняла. Покажи свое пособие. Давай, я посмотрю. Так я и думал. Но... Что я сказал? Так-то лучше. Надо на время забыть о книгах. Главное — правдоподобие. Но ты готова? Нормально, следуй за мной. Прошу прощения, охрана. Извините за беспокойство. Вы что, новенький? Обожаю мужчин в форме. Спасибо. Не подскажете, где тут Виллоус и Вильямс? Поднимитесь этажом выше, мэм. Он будет слева. Огромное вам спасибо. Берегите себя. О, да. Офицер Мак-папочка заступил на службу. Я думала, ты поможешь мне научиться водить. Нельзя посадить астронавта в шаттл и запустить его в космос просто так. Он должен сначала пройти курс обучения на тренажере. Это ж все знают. Но я не астронавт. Нет, ты автонавт. Добро пожаловать в бойню на скорости. Это твой учитель. Давай, забирайся внутрь. И помни, машина и дорога — продолжение твоего тела. Почувствуй это. А где гудок? Здесь нет гудка, нет поворотников. Это же видеоигра. Готово? Готово. Хорошо. Начнем с моего любимого шоссе смерти. Для начала выведи машину свою на трассу. Давай, начинай. Ускорьтесь, пожалуйста. А я не знал, что в этой игре можно ездить так медленно. Ты отвратительно водишь машину. А ты как хотел. Меня старик на инвалидке подрезал. Постарайся расслабиться. В этой игре нужно не просто вести машину, а еще и убивать все, что движется. Меня ранили. За такую красоту нужно штрафовать. Кейт, ты не видела мою счастливую куртку? Счастливую куртку? Ту, над которой вы все утро смеялись. Все утро? Это сегодня, что ли? Она пропала. Я был уверен, что оставила ее здесь. Видимо, нет. Если найдешь, то дай мне знать. Обязательно. Это ради твоего же блага, Вайт. Я никому не позволю носить такое уродство. Привет, как жизнь? Ники, привет! Это счастливая куртка Вайта? Нет, возможно. Да, это она. Я взяла ее себе. Что, ретро снова в моде? Как я могла пропустить эту новость? Нет, я взяла ее, чтобы доказать Вайту, что ему не нужна счастливая куртка. Когда он поймет, что от нее ничего не зависит, ему больше не придется ее носить. Запахло плохой идеей. Нет, все получится. Посмотрим. У Вайта сегодня важное прослушивание. Если его не возьмут, ты будешь виновата. Ты видишь то же, что и я?
Дамы? Джонси, глазам не верю. Поверь, крошка. Джонси, игрушечный коп. Для тебя представитель местной силовой структуры. Вот так. Как насчет бесплатного лимонада для трудолюбивого служителя закона? Тебе ничего бесплатно не полагается. Ваше полное имя, мисс. Блин, ты зачем остановилась? Тут пешеходный переход. Ты поезжай прямо на них, так надо! Провал миссии, провал миссии. Смотри, мой лучший результат. Это жалкий результат. Я набрала 4 очка. Рекорд игры 75 тысяч. Тебя одноногие мамаши с колясками обгоняли. Я просто вела машину осторожно. Осторожно? Мы не полетели бы на Марс, если бы думали только об осторожности. Доказанный факт. Водители теряются в опасных ситуациях только потому, что не тренируются водить машины в экстремальных условиях на бешеных скоростях на супертрассах. Логично. В этом и есть цель игры. Наплодить безбашенных водителей ради нашей с тобой же безопасности. Вот она, игра. А у тебя появился реальный шанс пробудить в себе спящего водителя. Он только и ждет возможности выжать газ до отказа. Не сопротивляйся этому. Поехали. Знаешь Тоби, который работает в секции детской комедии? Конечно. Я его уволила. Подмени его, пока я не найду новенького. Взять на себя 2 секции, да? Да, сразу после обеда. Но я хотел к пробам подготовиться. Не повезло, сегодня не твой день. Мне бы повезло, будь у меня моя куртка. Можешь взять мой счастливый бычий хвост? Нет, спасибо. Есть новые улики по делу о пропавшей корзине для покупок? Нет, послушай, что об этом говорят на улице. Джонси, у тебя новая работа? С Роном? Здорово! Представь себе, все именно так. А теперь извини, я занят поддержанием порядка. Ясно. Ты чего такой кислый? Моя счастливая курточка пропала. Думаешь, ее могли украсть, сынок? Поверьте, никто не стал бы красть эту куртку. Я не знаю. Сторожевой пес. Вызываю сторожевого пса. Пес слушает? Похоже, мы имеем правонарушение 7.18. Я вас понял, дымок. Мимо, Мазила. Круто! Давай теперь через забор и гаси этого робокопа-андроида! Предъявите права и документы на машину. Ты его задавила! Так, теперь разверни ядерный отход и убей паука на скейтборде! Умри, жучила! Плохо дело. Я завалю прослушивание. Я это чувствую. Нет, ты отлично выступишь. Я совсем не репетировал. Тогда что ты здесь сидишь? Я искал свою счастливую куртку. Я должен ее найти. Должен ее найти. Уайт, тебе не нужна эта старая мерзость. Ты в ней похож на... Роллинг Стоуна. Смотри, в этом году в моде куртки из черного кожезаменителя. Ну как ты не понимаешь? Все уже изменилось к худшему. И это, поверь, еще не предел. Вернешься на работу? Да, надо заказать диски Джимми Арахисовое масло для детской секции. Да уж, пока. Ты видишь, что происходит? Уайт сам себя убеждает в том, что засыпается. И все из-за какой-то дурацкой куртки. Да, похоже на то. Надо ее вернуть. Мой план не безупречен. Ты думаешь? Постойте, у меня к вам небольшое дело. Он превысил допустимую скорость. Но, офицер... Приберегите это для суда, мэм. Нечего рассиживаться!
волнуйтесь, она вот-вот дойдет до 75 тысяч. Дайте этой даме развернуться. 75 200. Во, блин. Полная аннигиляция, шоссе смерти достигнуто. Ты справилась, ты молодец. Слушай, у тебя врожденный дар к вождению, подруга. Немедленно разойдитесь, есть угроза пожара. Вот именно, все вон отсюда. Этот охранник вылитый Джонси, да? Этот охранник и есть Джонси. Не может быть. Привет, Джот, привет, Джен. Работаешь на нашего общего врага? Мне некогда, я на службе. А правда, что у охранников есть ключи от всех помещений центра? Даже от той машины, что выставлена в главном зале, да? Можно посмотреть? Да ради бога. Ты готова? Пора пересесть в настоящую машину. Вам помочь? Да, я ищу Вайта. Он еще не вернулся с перерыва. Правда? Я принесла его куртку. Давайте я ему передам. Нет, не надо. Мне пора. Иди. Ники, это я. Уайт так и не вернулся в магазин. Мне нужна твоя помощь. Витек 6000! Мы не можем ее взять. Почему? Это совершенно новая машина. Я знаю, поэтому ты должна ее вести. В ней еще нет чужой кармы. Начнешь прям с чистого листа. Это очень дорогая машина. Дорогая, но бесплатная. Карета подана. Я хочу найти куртку. Я хочу найти куртку. Вразмельчи меня, его нет. В ресторанном дворике тоже. Поищи наверху, а я внизу посмотрю. Ладно. Что? Что? Я сказала ладно. Ладно. Только понюхай! Новая машина! Как вкусно пахнет! Да, ничего. Только натуральное дерево и кожа, цифровая панель, а коврики какие мягкие! Ой, ой! Джуд, может оставить тебя одного ненадолго? Прости, пора заняться вождением! Поправь сначала зеркала, потом поправь сиденье и музыку сделай погромче! Его нигде нет. Уайт! Ники, я нашла его. Он около фонтана. Какая клевая курточка. Кейтлин, некогда ходить по магазинам. А я знаю. Уайт! Уайт! Вот ты где. Никуда не уходи. У меня для тебя подарок. Это был задний ход. Уайт, все в порядке? Все в порядке? Нет, не в порядке. Моя счастливая куртка пропала. Плеер накрылся. Я весь мокрый, а у меня проба через 20 минут. Ты вовремя пригнулся. Над тобой машина пролетела. Ты чудом остался жив. Тебе так повезло, а на тебе даже куртки не было. Которую я, кстати, нашла. И сухая. Такого крутого трюка я еще не видел. Ну все, ты уволен. Уволен? За что? У нас машина в фонтане. Ну и что? При чем здесь я? Возвращаю тебе ключи. Тачка хорошая, только на заднем ходу зациклена. Ты бы разобрался. Попрошу сдать ремень. И фуражку. И форму давай. Живо, солдат, живо. Чувак! Госпожа удача, госпожа удача, почему ты сейчас не со мной? Жаль, не родился я под счастливой звездой. Госпожа удача, повернись ко мне лицом.
Браво, браво! Молодец! Молодец! Отлично выступил, Вайт. Спасибо. Вот видишь, и никакая уродская куртка не нужна. Ты и сам по себе хорош. Да. Вернулась к пособию для водителей, да? Да. Я поняла, что у Джуда нет страховочного тормоза. Скорее, даже наоборот. Не грусти, Джунси. Как Рон мог заставить меня снять форму прямо посреди центра? Да никто даже не заметил. Говори за себя. Я даже летящей машины меньше испугалась. Да ладно, скажи правду. В форме я тебе нравился. Да, Джунси, я так завелась, что еле сдерживалась. Передай чипсы, пожалуйста. Ты мне просто завидуешь. Осторожно, народ, поберегись! Зацените, видели машину, которую в лотерею разыгрывают? Которую ты утопил? Да, купил билетик, выиграл второй приз. Электроскутер. Везет тебе, я их обожаю. Я тоже, я впервые что-то выиграл. Слушай, он так быстро. У нас ограничение скорости, я его конфискую. О, блин! Озвучено по заказу «Дважды два».